Вадим Силюкин – известный паралимпиец, слэдж-хоккеист, заслуженный мастер спорта России, человек с твердым характером и несгибаемой силой воли. Для мужчины, не имеющего преград в спорте, обычная прогулка ранее была достаточно проблематичной. Выехать на улицу без посторонней помощи он не мог. Перед новогодними праздниками по поручению главы округа Андрея Иванова входную группу, где живет Вадим, оборудовали удобным пандусом. Руководитель муниципалитета проинспектировал выполненные работы и навестил прославленного спортсмена. Как дела? Тренируешься, занимаешься? Вадимцевым. Какая помощь нужна? Мастер спорта сердечно поблагодарил Андрея Иванова за повышение комфорта жизни и отметил, что пандус очень удобный и проблем с самостоятельным заездом в подъезд у него теперь не будет. Пандус, конечно, это шикарно. Да. У него все учреждения такое есть. Глава округа поздравил паралимпийца и его семью с праздниками, пожелал новых побед, здоровья и успехов, а также вручил памятные подарки. Маленький подарок от нас. Спасибо, спасибо еще на Новый год. Елка есть дома? Да. Хорошо. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».